Мои коллеги также побывали в доме, пострадавшей от взрыва школьницы Александры Зяблицкой, поговорили с ее мамой Надеждой. О том, что ее дочь оказалась в эпицентре взрыва, Надежда Зяблицкая узнала в конце рабочего дня. На телефоны родных дозвонилась не сразу. Телефоны нет, были недоступны, не отвечали. То есть оператор озвучил, что таких номеров не существует. Вот спустя минут 10 мне мама отзвонилась. Были слышны сирены скорой помощи. Мамин дрожащий голос, мы живы, нас везут в больницу. Ну, то есть для меня этого было достаточно для первого времени. Сейчас Александра Зяблицкая находится под наблюдением врача и психолога в детской больнице Раухфуса. У нее сотрясение мозга, ожоги рук и лица. Девочка пробудет в больнице как минимум до конца недели. С такими травмами перелет противопоказан.